В нашем кинотеатре. Сегодня мы хотим представить вам зажигательную комедию «30 свиданий». Я прошу поприветствовать вас, исполнителя одной из главных ролей в этом фильме, замечательного актера. Здравствуйте, Никита, мы очень рады вас видеть. Можно, пожалуйста, буквально в нескольких словах? Смеяться, еще в конце задуматься, может быть, если у кого-нибудь до туда дойдут мысли. Вообще, это просто первый фильм в моей жизни, когда так все горели этой работой, когда режиссер специально мне звонила, чтобы мы потом собирались в ресторане, думали, переделывали, все это новое что-то вносили, убирали. Первый раз такое, когда вот можно было все, что захотеть. И в каждой сцене присутствует где-то, наверное, 70% импровизации. Так что все, что вы увидите, это все придумано практически на площадке, это не было ничего в сценарии. А дальше ничего не скажу, дальше уж вы сами как-нибудь поймете или не поймете, понравится, не понравится. Ну, если что, просто не убегайте, и все. После окончания просмотра мы хотим, чтобы вы остались, у вас будет возможность задать вопросы Никите, обменяться впечатлениями, а также получить автограф и сфотографироваться. Поэтому сейчас мы желаем вам приятного просмотра и до скорой встречи. Слава вам, всех поднялось на несколько пунктов вверх, правда же? Я на правах ведущего задам первый вопрос, а у кого есть вопросы в зале, пожалуйста, поднимайте руки, обязательно к вам подойду. Про такого специфического бабушкиного внука, это была импровизация? И вообще, какие такие вот импровизации, которые вы могли бы отметить? Все обзывательства, это я смотрел в интернете, смешные обзывательства. Я сидел всю ночь, выписывал штук 15 выписал обзывательств разных, там, Дейволас, вот этот. Херевший Бабкин внук. Некоторые просто мне запретили, потому что слишком были. Охеревшего внука я все-таки отбил. Поздравляю. Руки в зале. Пока готовятся вопросы, это у нас всегда так иногда происходит. Это я знаю. Я первый поспрашиваю, я люблю это делать. Как поступило предложение и почему вы согласились участвовать в этом проекте? И, может быть, какие-то яркие моменты со съемок, вот обычно то, что всегда интересует. Яркие моменты, скорее, у Даши были, она же там и в проруби купалась, и ну, везде она была. Действительно купалась? Нет, конечно. А я сидел дома, ждал, я такой барометр только наставлял куда-то, поэтому смешные моменты скорее у нее были. А согласился, потому что сначала прочитал, а потом я просто поговорил с режиссером, мне понравилось, что человек горит этим. Я вижу их команды, в которые мы снимали, уже не первый раз. Я всех знаю. Конечно, как тут можно отказать? Я думаю, что мы поддержим вас, потому что то, что вы не отказались, это прекрасно. А вы ли продолжение от такого? Да я такой. Вы откуда? А вообще, такие ситуации в жизни бывают? Ну, то есть приходилось с таким утешителем? Ну, это все друга. Вот это все слезал с друга просто, вот этого персонажа. Друг? Да, у него такой друг. Раздолбай. Раздолбай. Так, прошу, дорогие зрители. Кто хочет поделиться впечатлениями, спросить что-то? Или фильм не оставил вопросов, одни положительные эмоции, и просто хочется аплодировать, а потом фотографироваться и брать автографы. Есть вопрос? Не, у меня не вопрос, у меня впечатление. Фильм вообще огонь. Спасибо. Саша, тебе как фотограф вопрос, есть друг миллионер? Если есть, будь осторожен. Так, еще. Не стесняемся. Или просто хотим фотографироваться и брать автографы. Давайте не будем стесняться, если это так. Да, хотим так, прошу вас. Добрый вечер. Меня зовут Роман, журналист издания «Колпинский карапуз». Скажите, пожалуйста, а у Добрыни Никитича уже теплятся искры актерского дарования? Да нет, я не хочу, чтобы он был актер. Ну, несчастные люди. 95%. 5% только состоится где-нибудь, как-нибудь. А большинство – это несчастные люди. Честно, я не хочу, чтобы был актером. Честно. Пусть президент лучше. А борцом? Борцом, да. Борцом, да. Назвал. Так. Да не страшно, честно. Спросите что-нибудь.
Есть вопрос, секундочку. Скажите, когда будет третий сезон «Сладкая жизнь»? В мае каждый раз. И первый, второй, третий сезон в мае, но это последний будет все. Новый режиссер, новый оператор. Что другая история? Спасибо. Продолжение чего? Как я стал русским? А, нет, не будет. Как я стал русским, за неделю до уже начала съемок СТС сказали, что нет, не будет продолжения. Замечательно. Денег нет. Да. Но за денег нет. Хороший сериал, да, денег нет. Только за свои. Еще один вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, вот амплуа в кино и амплуа в жизни, есть какие-то сходства? Нет. В жизни я другой человек совсем. И все, кто там пишут, я... Это никто не знает меня. Все знают Мишу, Олега, Сашу. Когда подходят в ресторан и говорят: «Мишаня, молодец, как ты всех обманул». Ну, приятно, конечно, что обманул, но на самом деле совсем другой человек. Жаль. Спасибо за фильм. Подскажите, пожалуйста, какой роль вы гордитесь больше всего? И какую роль бы вы еще хотели сыграть? На самом деле. Ну, горжусь, так не сказал бы. Знаете, какая разница? Когда попадает в кого-то, то приятно. Когда люди так реагируют. Наверное, тогда Миша Вуду в «Духлесе». Наверное, она больше всего нравится. А сыграть, конечно, Митю Карамазову. Братья Карамазовы. Вот. Это моя давняя мечта с института еще. О перспективе исполнения этой мечты. Видится ли перспективе исполнения этой мечты? Или таких предложений еще не поступал? Я вижу. Даже на меня. Все правильно. Еще один вопрос. Все? Все. Тара-тара-та. Замечательный фильм. Давайте еще раз поаплодируем. Реформа замечательная. Может быть, кому не вышло, что он оставил много вопросов. Может быть, на многие вопросы ответил. Может быть, кто-то в зале для себя что-то решил, пока смотрел этот фильм, пришел к какому-то решению. Я почти в этом уверен. Много девушек в зале. 30 свиданий. 30 свиданий. Вы уже готовы на 30 свиданий. А кому пришла вообще идея такая, если не секрет, вот такой онлайн-тренинг в фильме пропустить через всю фабулу? Да нет, конечно, такого не может быть. Это, знаешь, это за всю жизнь у человека бывает, ну, примерно, да, вот 30 каких-то свиданий, 30 каких-то отношений. Просто у Дашиного героя у нее не было такого опыта. И поэтому мы решили такую, знаешь, квинтэссенцию вот этих отношений, это 30 свиданий примерно. Их вот так вот яркие такие образы получились. Все, только до этого. Но на самом деле нет. Какие 30 свиданий? А ваш герой изначально был фотограф или к этому пришли? Нет, фотограф, конечно. Изначально был фотограф. Замечательно, люблю это молчание. Ну что ж, давайте поаплодируем, Никита Панфилов. Прекрасный актер. Спасибо, что вы с вами. Спасибо за замечательный фильм. Сейчас у нас есть некоторое количество времени, чтобы получить автограф, сфотографироваться, сделать наши любимые селфи. А мы всегда рады видеть вас в кинотеатре «Художественный». Спасибо.
Спасибо вам большое за фильм, очень приятно. Я снимаю видео, Я у вас увидел вас на мажоре, очень понравилось. Здоровье, особенно друг. Спасибо. Еще немножко. Отлично. Спасибо.